Раз, два, три, четыре. Да что за идиоты живут в этом мире? В убогом сценарии, в убогом этаже, в куцах декорациях виноват Бажин. А можно при дубляже в кубы попадать? Чем еще будут пугать? Ведь подход совершенно иной, адекватный и смешной. Ты тупой, как этот лист. Я гениальный сценарист. Ты тупой, как этот лист. Я гениальный сценарист. Ты тупой, как ты тупой, как ты тупой, как ты тупой, как я гениальный сценарист. Как ТВ-сериал? Там же космический корабль упал. Маньяка случаем не надо ловить? Как все это объяснить? Мне со стула вставать бы пришлось. Как-то так не задалось. Сейчас не понял. Что это было? Ну, в общем, вы поняли. Это так мило. Ты тупой, как этот лист. Я гениальный сценарист. Ты тупой, как этот лист. Я гениальный сценарист. Ты тупой, как ты тупой, как ты тупой, как ты тупой, как я гениальный сценарист.